Всем большой привет, подписчики! Пошла первая лечебная весенняя трава, медунка мягчайшая, или медуница, еще ее название легочница. Это первый медонос. Видите, у нас шмели на них, на ней сидят, опыляют, собирают первый урожай меда. Это очень полезная растение, относится к семейству бурачниковых. Представляет из себя небольшие такие опушенные стебли, которые начинают цвести весной ранее. Это первый медонос. И у нас он цветет в конце апреля и до середины мая. Вначале розовые цветы, потом синие. И в это время его заготавливают. Ее второе название — это медунки, медуница. Это легочница. Считается лучшим средством при бронхитах и детском туберкулезе. Также содержит очень много микроэлементов. Больше всего марганца, до 12% от веса золы сухой. Кремний, слизи, гликозиды и томские ученые выяснили, что медунка мягчайшая — это перспективный антикоагулянт, то есть средство, разжижающее, не дающее образоваться тромбом. И в этом качестве ее начали изучать, медуницу. Сейчас время заготовки ее. Нужно успеть в пору цветения собрать и быстро высушить в тени. И затем в течение зимы, в течение года употреблять в виде отваров. То есть с нее чай очень хороший. То есть заваривается она круглый год и пьется. Считается лучшее отхаркивающее средство. Медунка мягчайшая или легочница. Быстренько заготовили, высушили и лечитесь круглый год. Спасибо всем за внимание.